Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про кімнатні рослини. Аби детальніше розібратися в цій темі, до нас на гостини ми запросили Єлену Пономаренко. Вона ландшафтний дизайнер та флорист. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Пані Єлено, ну, знаєте, найперше запитання таке. Є категорія людей, котрі не уявляють свою оселю без кімнатних рослин, але і ті люди є, котрим все ж таки, ну, все рівно, є вони не має. Все ж таки, от що можете сказати, чому вдома потрібно, чи можливо не потрібно тримати домашні рослини? Ну, що я можу сказати? З свого собственного опыта, я считаю, что растения все-таки должны присутствовать, но в зависимости от того, как вы за ними ухаживаете, они будут либо вас радовать, либо наоборот. Дело в том, что растения, они дают особенную энергетику, но есть растения, которые с плохой энергетикой, поэтому их нежелательно держать, особенно в спальнях или в тех комнатах, где, например, в детских, где находятся люди. Поэтому нужно свести до минимализма. Я считаю, что особенно для детей и для престарелых людей желательно в комнатах вообще, там, где они спят, не держать растения. Нежелательно. Есть очень много растений, которые дают аллергию. В сегодняшнее время очень много аллергиков, поэтому я не рекомендую таким людям, которые есть отклонения в какие-то в организме, чтобы держать растения именно в спальне. Там, где они спят. Как правило, аллергию дают растения, те не сами растения, а земля, в которых произрастает грибок. Тем более для растений нужно очень много влажности, достаточно, да, опрыскивание, длинный световой день, вот, ну и правильный уход, конечно. То есть в зависимости от типа растений. Сейчас тенденцию в мире и в комнатном цветоводстве очень популярны стали суккуленты. Суккуленты, кактусы, именно вот в бетонных горшках. Вот сейчас это модно в стиле боха. Почему они стали так популярны? Потому что минимум ухода. Они засухоустойчивые. Но единственное, что им нужно много света. Потому что там, где они происходят, их происхождение из тех мест, где они произрастают в природе, в ареале, у них мало влаги, то есть мало осадков, но зато много света. Поэтому в квартире, в комнате им нужно создать определенные такие же условия. Много солнца и минимальный полив. Ну, летом, конечно, больше, зимой. И тем более для наших квартир, которые зимой отапливаются, вот именно центральное отопление, да, вот сухой воздух, в принципе, для них это нормально. Потому что для многих растений влаголюбивых, например, те же самые орхидеи или те же папоротники, им нужно очень много влаги. Поэтому, чтобы создать условия в квартире, то нужно еще потрудиться. Поэтому которые погибают растения, которым что-то не нравится, а есть, наоборот, которые растут очень хорошо. Вот, поэтому энергетика тоже еще важна в доме. Там, где люди много ссорятся, растения могут хорошо расти. Потом, коли люди сварятся, то да. Нормально квітнуть, так? Да, очень многие растения хорошо растут. Потом в больницах, если вы заметили, в поликлиниках очень такие пышные буяют растения, потому что они, эти растения забирают весь негатив, весь на себя. Поэтому они там хорошо произрастают. Поэтому любителям поживиться черенками в больницах я этого бы не советовала. То есть не приносить в дом негатив, который собирает растения в таких вот заведениях, в общественных зданиях. Например, в каких-то супермаркетах или в больших торговых центрах, ну, все растения собирают на себя весь негатив.
Поэтому хотите украсть у кого-то, ну, говорят, что когда украдешь череночек, он хорошо растет. Лучше красть, если на то пошло, у своих друзей хороших, которые с хорошей энергетикой, которые хорошо живут в любви, здравии. Тогда, возможно, у вас все получится, вырастет растение. Скажіть, будь ласка, ось, наприклад, буває так, що от росте так кімнатна рослинка, квіточка, так, то нехай росте, але люди не замислюються над тим, що їх треба якось і підживлювати. Чи треба взагалі це робити? Обязательно. Є ряд рослин, особливо цвітущі, які цвітуть, і їх потрібно обов'язково удобряти. От зараз дуже популярні орхідеї і всі їх види, да, фаленопсиси, які зараз стали в більш доступному для нас сегменте, и их нужно удобрять, в принципе, каждую неделю. Но особенно в летний период, допустим, когда они после спячки, значит, вот весной, например, 2-3 месяца они спали, теперь их нужно как бы разбудить. И чтобы разбудить, их нужно начинать удобрять. Вот, начиная с февраля, с марта месяца, мы их удобряем, и они потом нас радуют своим цветением. То есть любое растение, если оно, например, болеет, или оно только-только вот вы его пересадили, или у вас черенок появился, значит, конечно, нужно удобрять, потому что без этого растение в наших условиях, именно комнатных, да, квартирных условиях, им обязательно нужна подкормка. Так как и нам, мы кушаем, и им тоже нужно кушать. Потому что либо пересаживать регулярно в свежую землю, потому что для них нужно питание. Ну и удобрять обязательно тоже. Я знаю, що є деякі господині, котрі не купують там якісь хімічні підживлення, а вони знають свої методи. Хтось говорить, що можна брати кавові такі зернятка, ну, не розчинні відповідно, потім настоювати, поливати. Хтось говорить, що кожура від банану також дуже допомагає, якщо певний час потримати. Хтось говорить, не виливати воду, коли зварилися яйця, і ними також можна поливати. Що ви можете сказати, чи насправді ось такі методи можуть допомогти рослинам? Значить, да, можна. Це називається органічне удобрення. Тобто є куриний помет, перепелиный, да, допустим, который настаивается, садоводы очень часто его употребляют, и, в принципе, для комнатного цветоводства точно так же. Можно домешивать в землю. Только правильно перепревший, не свежий, и которому не меньше 2-3 лет. Он, в принципе, сейчас уже в доступе. Если что касается яиц, вот, то лучше добавлять, вот, опять же, в садоводстве и в комнатном цветоводстве яичную скорлупу, потому что это кальций и фосфор. Вот. Его перемеливают на кофемолку, и вот этот порошочек можно добавлять. Но только для тех растений, которые любят кальций. Mm-hmm. Потому что фосфор растения любят все практически, потому что это способствует плодоношению и цветению. А вот кальций не все растения. Поэтому тут нужно очень аккуратно к этому подходить. По поводу кофе. Когда мы пьем кофе заварной, и вот остается у нас вот этот вот осадок. И этот осадок можно собирать отдельно и потом мульчировать растение. Что такое мульчирование? Это когда цветок посаженный, а сверху, чтобы он, влага не испарялась, мульчируют каким-то, например, камушками или там мхом, ну, все, что растения любят. Вот точно так же можно вот этим кофейным осадком мульчировать растения. Тобто просушити, я так розумію, спочатку? Да, ну да, конечно. Ну, в принципе, там без разницы, потому что все равно растение поливается, и поэтому верхний слой 1-2 сантиметра будет прекрасно для растения, оно будет прекрасно себя чувствовать. Супер, я сьогодні пройду і попіклуюся про свої рослинки. Дякую за таку пораду. Так, ну ми дякуємо вам за спілкування, що прийшли до нас і розповіли, скільки всього цікавого. Я думаю, що наші телеглядачі обов'язково скористаються цими порадами. Дякую.